За счет трехмерной фиксации наколенник защищает наши колени от нагрузок во время занятий спортом. Когда мы на даче сажаем рассаду, сейчас все отправимся туда. Также, если у вас есть лишний вес или если у вас болят колени, то наколенник, двигаясь легко, помогает распределить нагрузку, чтобы сустав дальше не травмировался, потому что коленный сустав, он самый хрупкий. Благодаря уникальной ткани, два вида плетения, друзья, наколенник плотно охватывает вашу ногу. Трехмерная вязка помогает фиксировать сустав, распределять нагрузку, при этом ткань дышащая, кожа, соответственно, не преет, не зудит, не потеет, даже в самый жаркий день, даже летом эти наколенники можно носить. И видите, здесь плетение двух видов, и поэтому коленная чашечка также зафиксирована. И что мы видим, когда болят колени? Если есть какое-то воспаление, если любое движение причиняет боль, то наколенник позволяет коленной чашечке оставаться на месте и быстрее заживать. Поэтому, если у вас артриты, артрозы, другие какие-то диагнозы уже есть в семье, то обязательно купите сразу несколько таких наколенников для всей семьи, тем более, что под одеждой они абсолютно незаметны. Это идеальное решение, это забота о вашей здоровье, это ваша двигательная активность и хорошее настроение. Наколенник называется «Двигайся легко», вы получите сразу два со скидкой в 44%, всего за 999 рублей. Еще никогда не был представлен у нас наколенник «Двигайся легко», это абсолютная премьера для телеканала «Шоп-н-шоу», и мы сразу вам дарим 44-процентную скидку. Давай разбираться, как устроен наш наколенник. И кому он необходим? Наколенник, Оля, устроен очень просто. Два вида вязки. Он прямоугольной формы, помогает колено легче сгибать, легче разгибать, то есть двигать колено во всех плоскостях, помогает при нагрузках, то есть если мы занимаемся спортом, если мы просто много двигаемся, много времени проводим за рулем, или даже много стоим, допустим, если кто-то продавцом работает или парикмахером. А за счет того, что кровообращение улучшается, плотно прилегает наколенник, и кровообращение улучшается, сосуд, как бы сустав прогревается, за счет этого его ткани быстрее восстанавливаются. И если уже есть какой-то лишний вес, то это помогает специальное плетение поддержать колено и нагрузку распределить. А ремни помогают зафиксировать просто наколенник и плотно его к ноге привязать, чтобы даже если вы бегаете, чтобы он оставался на месте. Это шикарное предложение, отличное. Если вы за последний год, как многие, на пандемии накопили лишние килограммы, и вашим суставам стало тяжело, у вас есть боли в коленях, то вам необходимо наколенник «Двигайся легко». Вы в наборе получаете сразу два за 999 рублей. Это зафиксированное положение, правильное положение вашего колена. И, конечно же, это абсолютное удобство. Звонки бесплатные, цена 999 рублей. Хочу задать вопрос нашей гости Ирине. Ириночка, расскажи, пожалуйста, у тебя же история. Ну, история моя длиною в жизнь. Колени уже болят. Но сейчас начинается дачный сезон. Вот недавно поехали с мужем. Снег уже практически сошел. И уже вот грядочки чуть подсохнут и начнется. Морковочку надо посеять, редисочку, чеснок, лук, сивок. И что? Эти все грядки, они очень любят наклон. Но наклон я, к сожалению, не могу, потому что поясница болит. Приходится присаживаться. И вы знаете, я еще дома надела эти вот наколенники. Сверху брючки, они незаметны, очень легко все. Приезжаешь на дачу, можно присесть возле грядки прямо на коленки. Грядки любят, чтобы мы им поклонились, чтобы постояли, урожай будет хороший. И я очень надеюсь, просто большое спасибо создателям этих наколенников. Просто очень даже с ними легко, комфортно. Такая забота о наших коленях. Это здорово. Да, действительно, мы заботимся о наших телезрителях в преддверии дачного сезона, когда у вас уже колосится рассада на лоджиях, на подоконниках. Вы будете абсолютно уверены в том, что у вас будет в порядке колено. Кому необходимы? Необходимы всем людям, у кого уже травмированы суставы, кто хочет, чтобы они быстрее восстановились, тем, у кого суставы болят, тем, у кого лишний вес, чтобы нагрузку распределить, и, конечно же, тем, кто сейчас поедет. Едет на дачу. Да. Не зря говорят врачи, что дачный сезон – это страшное время для суставов. Мы сидели, мы мало двигались, а потом мы целый день стоим на грядках, сажаем рассаду. Понятно, что на суставы падает огромная и, главное, внезапная нагрузка. Так вот, наколенник помогает эту нагрузку распределить, минимизировать, чтобы суставы не болели.
Поэтому, если на дачу едете, обязательно возьмите упаковку с собой таких наколенников как раз и себе, и мужу, или, может быть, маме, чтобы колени поддержать, чтобы ни у кого они не болели уже, когда вы рассаду посадите. И тем более обратите внимание, как сплетены наколенники, обратите внимание на эластичность и упругость. Здесь несколько разных видов плетений, за счет этого наколенник подстраивается под вашу ногу. И это и абсолютно дышащий материал, который будет работать долгие годы. А я еще добавлю, что это материал гипоаллергенный, то есть даже если у вас чувствительная кожа, если она быстро начинает чесаться, раздражаться, ничего не бойтесь, дышащая ткань, дышащая поверхность и гипоаллергенный, полностью гипоаллергенный состав. Поэтому при лишнем весе, при боли в суставах, это ваш выбор, друзья, распределить нагрузку, чтобы колени ваши не разрушались. Восстановить их будет потом очень тяжело. Наташу хочу спросить. А, Наташенька не может у нас... А, хорошо, она мне рассказывала перед эфиром, что Наташа спортсменка. Наташа занимается спортом очень давно и очень многие нагрузки испытывает на себе. Участвует в соревнованиях, и, конечно, колоссальные нагрузки отложились на коленях. А если у многих, кто занимался спортом или не обязательно прям спортом, а даже физкультуры, был мениск, и мы кому-то, может быть, делали операцию, и колено – это слабое место, тогда вам необходимо наколенники «Двигайся легко». Если у вас болят колени, если у вас лишний вес, если вы не можете ходить долго или, в принципе, только по дому передвигаетесь, и даже выход на улицу для вас проблематичен, закажите наколенники, закажите для своих близких, для своих родных. Посмотрите, эти наколенники даже незаметны под одеждой. Они фиксируются за счет ремней, они подходят абсолютно на любую ногу, и вы получите два наколенника всего за 999 рублей. Подарите себе долгую, активную жизнь. Закажите прямо сейчас два наколенника за 999 рублей. И двигайтесь легко.